Нясалы. Здравствуйте. Будете меня ругать за Лалитина, пишет Алекс Гришевич. Конечно, но... будем. Будем, да? Но... Ты знаешь, я тебе так скажу, что Алекс, он ну, такой классный чувак, который берет просто видосы, переводит их там на русский, делает свои обзоры, то есть у него есть своя аудитория, которая смотрит. Это его видение вот этих всех поединков, моментов. То есть, ну, в принципе, это тоже имеет право на жизнь, и он тоже делает очень классную работу для рейтинга. Не знаю, будем мы тебя ругать или нет, я думаю, что по поведению посмотрим. Скажем так. Так, Женечка, тебе... Был польщен такому отзыву от Елены. Спасибо большое, очень приятно. Но также люблю и хейтеров, и их комментарии, которые они оставляют. Это реально повышает настроение. А почему? Потому что я понимаю, что у людей я вызвал эмоции. А эмоции – составляющая армрестлинга. Это очень круто. Поэтому, когда человек... взял и написал комментарии, при этом даже негативные, это, ну, это представьте, как бурлит у него, это, ну, классно, правда же? Так же, как и за столом. Хорошо, давайте я расскажу суть канала, почему я хочу его, чтобы он был более как свободная площадка, где могут выражаться все, как захотят, без каких-то фильтров, потому что, ну, придется сказать, что в ВК-группе там удалялись эти комментарии. Это, блин, это не нравилось мне. И вот я сделал, что могут все писать. Даже вот кто хочет видео сделать, можете сделать свое видение, прислать, и я его опубликую просто. И можно так будет делать со всеми и с одним человеком, если он будет присылать и хотеть как-то донести до других людей свои мысли. Ну, почему бы нет? Вот, второе, встречается такое, что говорят, что я негативно отзываюсь о каком-либо спортсмене, но я скажу, что это точно не так. Вот, возьмем пример Лалитина, да, я к нему очень хорошо отношусь, он классный, реально офигенный сам по себе, ну все вы знаете его, да, но я его взял за пример. Вот на данный момент я его взял за пример. И то, что я его критиковал, я не его критиковал, я критиковал вот эти вбросы, видео, пиар, как делается человек превозносится. Я не говорю именно про Лалитина, там про других. Вот, как бы это с точки зрения блогинга, там Игоря Мазуренко, как он это все делает, это круто. Но просто люди некоторые, ну, не понимают, что чем больше показывается один спортсмен в Ютубе, где-либо о нем говорят, тем в подсознании человек становится для них такой просто непобедимый. И как бы это не есть хорошо, ну, то есть люди должны помнить, что вот это влияние пиара, оно действительно работает. И я как бы хочу, чтобы это помнили. Вот. И как бы я считаю, что вот этот поединок, он как бы показал, что нельзя вот так мыслить. И насчет вот Игоря Мазуренко, да, я вот, например, к нему вообще неплохо отношусь, хотя у нас были раньше стычки с ним, но были да прошли, я как бы никогда не держу зла на людей. И Игорь делает свое дело, я к нему как развитие армрестлинга, он вообще крутой, действительно офигенный там, да, как бизнесмен тоже очень крутой. Я это уважаю очень. И где-то, да, бывают там вещи, которые не очень хорошие. Я вижу, что пишут комментарии. Я некоторые комментарии стараюсь не удалять. Ну, потому что я же все-таки стараюсь, чтобы была площадка для всех высказываний. Но бывает негатив такой очень жесткий. Парни, не делайте так. Игорь нормальный, хороший человек на самом деле. Просто он делает свою работу. И никогда не думайте, даже если я говорю, например, что-то там критикую кого-то, это не значит, что я о нем действительно думаю плохо. Либо, знаете, где-то нужно вызвать эмоции. И скажу вам честно, я делаю так, комментирую, чтобы
вызвать вашу эмоцию, хотя я этого даже не считаю так, понимаете? Хитро делаю, я понимаю, но это блогинг, это, да, и общение. Зато приятно читать комментарии, общаться с вами. Как-то вот так. Третье, расскажу вам о моей большой, настоящей, искренней страсти. Страсть к одной личности. Это Богдан Ивахненко. Смотрите, завтра Вендетта, тур, будет очень жарко. Это классный спортсмен, классный характер, целеустремленность, человек, ну и такая, как личность. Но он не понимает, что я как бы мотивировал его своими видео. Вот кто олды, они помнят, как Богдан Вахненко выстраивал свою карьеру. Составить нормальную конкуренцию, но опять не получилось. Опять не получать, не получать, не получать, не получать, получать, не получать, не получилось. Опять не получилось. Молодец! И это было прикольно, эпично, да? Тогда очень много фильтровалось в группе, но это было действительно прикольно. И Богдана, наверное, тогда это сильно потрепало, поэтому он так реагирует на все. Но это является двигателем. Чтобы вы понимали, когда я вот свою команду тренирую, то девчонки между собой конкурируют, пацаны между собой конкурируют. И эта конкуренция спортивная такая. И это какая-то мотивация, это должно так быть. И это более увлекает. Поэтому я считаю, что так и должно быть. И вот, например, с Богданом Вахненко я так прикалывался, но на самом деле я очень удивлен, как он это делал, как он шел через голову. Потому что мой брат Смирнов, Артем, чемпион мира, неоднократный Европы, его характер не такой. Он не верит в себя. А в Богдане, я бы хотел бы в Артеме видеть Богдана. Вот, поэтому видео, которое про Богдана вот вышло недавно, я, наверное, его сюда перезалью в главный канал, потому что там мало посмотрел, мне хочется ваши реакции, ваши комментарии услышать. Вот, поэтому, наверное, я все рассказал, что я хотел. Тут сейчас небольшая реклама будет. Изготовление на легковые и грузовые автомобили порогов, передних и задних арок, лонжеронов, низов дверей, внутренних порогов и других мелких изделий. На рынке почти 4 года сотрудничество с СТО, сварщиками и рынками и другими физическими.